что ж, уважаемые женщины, я хочу вас поздравить с наступающим этим замечательным солнечным днем, конечно, нашим днем, днем 8 марта. Природа наделила вас всех красотой, энергией, и мне хочется пожелать в этот день и всегда здоровья, любви, благополучия, чтобы вы были любимы и вас все любили, радости ваших детях. Ну и всего-всего вам хорошего, праздничного настроения, солнца. Почему-то сегодня солнышко, что-то оно никак. Но я думаю, что наше большое солнышко доставит вам сегодня массу впечатлений, удовольствия. Ну а теперь встречаем наших детей. Yeah.
солнышко яркое, лучистое, и оно гуляет по небу чистому. Рады вы, ребята, мне? Да! Я пришла на праздник к вам поздравить всех мам, бабушек и девочек с праздником 8 марта. В честь праздника я принесла вам цветок волшебный, сказочный. Ой, посмотрите, дети, какой красивый листочек, разноцветный. А почему же волшебный? Мой цветок чудесный, необычный, интересный. Вы листочки открывайте, да гостей скорее встречайте. Не скучайте, веселитесь, да меня не забывайте. До свидания, ребята! Испытаем его. Да. Ну что ж, первый лист мы открываем и концерт свой начинаем. Yeah.
мамочками. Итак, мне два ребенка, кто Саша Березовский, где бери маму, кто еще маму свою беру возьмет? Маша, иди. Ну давайте пока. Итак, мамочка становится там, Саша идет. Маша, иди ко мне. По два человека, вы в следующий раз. Итак, Маша и Саша, слушаем задание. Я вам дам вот такие следочки, да? Их нужно будет ложить и прийти к своей мамочке. И ступать надо будет только на них. Ясно? Вам должно хватить листочков, цветочков, да, чтобы дойти до своей мамочки. Готовы? Да. Итак, раз, два, три, игру, начни. Ложите. И ступайте. Ступайте. Дальше. Машка, Машка. Заиграем веселее, музыкой своим забором, подавай.